Всем огромный привет! Меня зовут Марина, и сегодня я хочу запустить серию видео о своих запасах косметических каких-то и уходовых средств. Сразу хочу оговориться, что это запасы исключительно, точнее, не исключительно для меня, но для меня в том числе, но также для моих клиентов. Потому что здесь вы увидите гели для душа, какие-то парфюмерные средства, средства по уходу за волосами. Естественно, я беру, прибегаю, когда мне есть необходимость к этим своим запасам, тоже беру какие-то средства себе в использование. Ну, а так в основном это приобретают у меня из наличия мои клиенты. Так что вот так. Ну, давайте приступим. В этом видео я хочу, в этой части хочу показать свои гели для душа, какие у меня есть в наличии. Итак, первый гель для душа это вот такое, это Avon Senses. Кстати, здесь будет только Avon и Faberlic. Энергия океана, мята и морская свежесть. Шампунь гель для душа с дезодорирующим эффектом. И таких у меня гелей всего в наличии 3. Один я показала, и вот еще 2. Их я приобретала по акции за 299 рублей, по-моему, 3 средства можно было приобрести. Так, из мужских еще вот такой взрыв прохлады гель для душа. Это тоже 500 мл с ароматом арктической и морской свежести. Очень-очень приятный аромат имеет. Клиенты у меня тоже любят приобретать такие гели для душа. И еще один гель для душа. Это горный маршрут. Аромат лимона и эвкалипта. Такие гели в объеме 500 мл я обычно приобретаю, когда хорошая акция. Вот, например, 3 при покупке... Вернее, 299 рублей при покупке 3 средств, либо когда цена на них 129 рублей. Вот такие я акции ловлю и беру в наличие такие гели для душа. Так, ну если не отходить далеко от мужских линеек, то взяла я недавно вот такой гель для душа Максима. Был он по... Товар дня по 50 рублей. Вот один такой гель для душа. И я приобрела таких 2. Кто смотрел мое прошлое видео, те видели эти гели для душа. И тоже по 50 рублей я приобрела вот такие 2 геля для душа. Это шампунь-гель Сегна или Сенья, точнее называется. Тоже объем здесь 250 миллилитров. И стоили они по 50 рублей. Так, ну давайте перейдем к гелям для душа уже женским. Ну или можно как сказать унисекс, наверное. Вот такой гель для душа. Нежная любовь в Париже с ароматом розы, ириса и нотами янтаря. Это парфюмерная коллекция. Кстати, не нужно его отставить, потому что я его... Мне попросили его отложить в заказ. Так. Вот такой гель для душа с ароматом граната и фрези. Счастье, это крем-гель для душа, ароматерапия. Объем тоже 500 мл. Следующий гель для душа это гармония, небесная гармония с ароматом ландыша и яблока. Это тоже крем-гель для душа, тоже 500 мл. Очень-очень приятный имеет аромат, мне он очень нравится. Сейчас у меня в использовании находится кусковое мыло с аналогичным ароматом. Очень-очень приятный имеет аромат, который действительно распространяется по всей ванной. И, девчонки, он сохраняется на ручках какое-то время. И что еще хочу отметить, это то, что это мыло не размокает в мыльнице. Очень-очень это классно. Мне очень нравятся эти гели для душа. Так что рекомендую. И мыло я тоже могу рекомендовать уже смело. Так, следующий гель для душа тоже в объеме 500 мл. Это уже драгоценные масла, алая роза и пачули, крем-гель для душа с органовым маслом. Многим моим клиентам полюбилась эта линейка драгоценные масла. Она обычно дороже в каталогах, чем обычная линейка Senses, но тоже очень-очень классная. И в каком у нас? В 8-м каталоге была классная цена на эти гели для душа, была тоже цена 129 рублей. Ну,
минус еще скидка представителя, так вообще выходило очень-очень выгодно. Так, в объеме 250 миллилитров, вот такая у меня тоже, такой гель для душа, это драгоценные масла, мед и гордени с сандаловым маслом. Очень приятный аромат, пахнет действительно медом, такой согревающий, теплый аромат. Следующий гель для душа, это новинка уже 9-го каталога компании Avon, гибискус и маракуйя, побережье гибискуса. Это гель для душа, полинезийский рай. Очень-очень имеет приятный аромат, но, на мой взгляд, уже что-то похожее было в компании Avon. И девчонки на ютубе говорили о том, что смахивает аромат на линейку «Черная смородина» и что-то еще, я забыла, как он называется, но... вот такой вот гель для душа. Следующий гель для душа, это тоже новинка 9-й компании, кокос и цветок тиаре, алоха маной, крем-гель для душа, тоже полинезийский рай. Неплохой имеет аромат, приятный, кокосиком пахнет. Тоже сравнительно недавняя новинка. Это такой гель для душа, который не сразу получился у Avon. Кто помнит, то Avon, когда его запустили, он был прозрачный и аромат имел ореха. И вот потом они его немножко какая-то была, видимо, нарушена технология. И его, в общем, перезапустили уже вот с гелевой консистенции. Любовь к цвету. Лепестки и цветы жасмина. Очень приятный имеет аромат. Но, честно говоря, первый запуск мне понравился больше, потому что я обожаю аромат орешков в косметических средствах. Так, еще один гель для душа. 250 миллилитров. Это тоже драгоценные масла. Алая роза и пачули. Так. И 250 миллилитров «Нежная любовь в Париже». Тоже многим полюбившийся гель для душа. Но у меня есть клиентка, которая обожает красную серию. Это «Романтика в Венеции». Ее почему-то сняли с производства и нигде ее нет. Тоже из этой же парфюмерной коллекции. А оставили вот эту «Любовь в Париже». Она очень любила ту красную линеечку. И гоняется за ней, если честно. Но ее нигде нет. Так. Дальше. Вот такие у меня есть два геля для душа от компании Avon, уже из линейки Encanto. Розовый букет и кашемир. Это гель для душа с нотами янтаря и нефритовый цветок и шелк с ароматом экзотических фруктов. Объемчик здесь 200 миллилитров. Очень-очень, девчонки, имеют приятные ароматы. Очень приятный цвет самих гелей для душа, самих вот этих жидкостей. Невероятно долго остается, на мой взгляд, аромат на теле. Даже я слышу на следующий день после принятия душа эти ароматы. У меня вот такой розовый букет и кашемир сейчас есть в использовании. Просто очень им довольна, очень нравится. Классный гель для душа. Не понимаю, почему снимают розовый букет и кашемир. Эту линейку снимают с производства, хотя она очень-очень многим полюбилась и очень-очень классная. Если вы еще не пробовали, обязательно попробуйте, рекомендую, потому что гели для душа классные. Так, если не уходить далеко от компании Avon и линейки Encanto, то вот такое у меня есть косметическое масло для ванн и тела. Приходило оно мне по какой-то акции. Кстати, здесь много таких средств. Например, Encanto тоже мне приходили по акции. Я их не приобретала в наличии. В наличии я приобретаю только Senses, потому что это наиболее часто востребованный продукт такой. Часто востребованная линейка. Объем этого масла 100 миллилитров. Я слышала хорошие отзывы на это маслице. Так что его не на продажу. Его однозначно оставляю себе. Хочу протестировать, хочу попробовать. Тем более мне очень полюбился этот аромат. От компании Faberlic у меня вот такой гель для душа. Это Исландия. Вот так можете прочитать. Здесь морские водоросли и вулканическая вода. Не знаю, мне не очень нравится этот аромат.
вообще вся линейка, вот это Bonjour, мне понравились только такие красные розовые гели для душа. У меня сейчас находится Непал в использовании, он мне очень нравится, там аромат лотоса и сандала, и мне напоминает он какой-то парфюмированный аромат, парфюмированный гель, очень-очень приятный аромат. Если ищете что-то такое, то обязательно присмотритесь красной линейки, а эти более свежие, более морские ароматы какие-то. Но мне кажется, на лето они тоже неплохи. И я думаю, что они подойдут как ароматы, как гели для душа для мужчин. Потому что мужчины у нас любят более такие свежие ароматы. Ну, не все, конечно, мужчины, но большинство любят более свежие ароматы. И у меня сейчас у мужа, кстати, заканчивается гель для душа. Может быть, я ему вот этот и предложу в использовании. Следующий гель для душа тоже из линейки Bonjourna. Это Мексика. Здесь, давайте вот так покажу, с голубой агавой и нежной пассифлорой. Он несколько поприятней предыдущего, который я вам показывала, но все же тоже есть какой-то такой морской свежий аромат, каких-то водорослей, может быть, но на вкус и цвет, как говорится, товарища нет, да. Но аромат тоже очень приятный. Имеет место быть. Так, и вот Непал. У меня, значит, в использовании находится Бали. Так, здесь у нас теплый аромат лотоса и сандала. А может быть, у меня точно такое же. У меня тоже лотос и сандал. Значит, в использовании очень-очень приятный аромат девчонки имеет. Невероятно какой-то красивый, он такой теплый, он такой обволакивающий, его я использую в бане, он у меня стоит, и я очень-очень люблю этот аромат, он мне очень нравится, он необыкновенно раскрывается, и кажется, что это парфюмированный гель для душа. Ну, просто очень красивый, всем рекомендую попробовать. Кстати, вот в каталоге, который сейчас у нас действует, это, по-моему, 11-й уже каталог. Я уже запуталась с Фаберлик, с Эйвон. Сейчас они идут в разрез каталоги, номера. То есть в 11-м каталоге они сейчас снова по 99 рублей, без всяких предложений, без всяких специальных акций. То есть можно купить один гель для душа и протестировать его. Рекомендую вот либо Бали, либо Непал. Они очень приятные, очень классные. Если вы ищете что-то такое теплое, обволакивающее и немножко парфюмерное, присмотритесь вот этим ароматом. Еще из таких теплых обволакивающих это вот такая у меня такой гель для душа из линейки Оранжери, Роза и Сандал. Девчонки, какой он классный, какой он приятный. Я приобретала вот два их. Первый использовала с большим удовольствием, но это уже мои не первые покупки. Ранее я также приобретала эти гели для душа. Очень-очень-очень приятный аромат, парфюмированный. На самом деле эта линейка очень бюджетная, но какие классные ароматы. Именно роза и сандал, он придает такую, знаете, какую-то прелесть этому аромату, придает невероятно какую-то красоту, теплоту. Все тело как будто бы купается в каком-то приятном парфюмированном растворе, что ли, я не знаю, как это сказать, но очень приятный аромат, мне он очень нравится. Сейчас можно, по-моему, еще приобрести на сайте эти линеечки, именно розы и сандал я рекомендую, потому что я другие тоже пробовала, но они не такие приятные, а здесь действительно какой-то парфюмированный, и знаете, он такой какой-то, вот знаете, чувственный, что ли, такой сексуальный, придает аромат невероятной красоты, и сама вот это вот, сам флакон очень приятный, так что рекомендую вам попробовать. Это однозначно я оставляю себе. Так, вот такой гель для душа. Это Витамания, манго и папайя. Я их приобретала несколько. Кто смотрит мои видео о покупках Фаберлик, я их приобретала несколько. Но у меня практически все разобрали. Остался вот такой гель для душа только. Манго и папайя. Очень приятные ароматы. 200 мл. Стоят они примерно 79 рублей по каталогу, тоже очень приятная цена. Но здесь какие-то, знаете, вот именно ароматы, вот витамани натуральные, очень яркие, очень похожие действительно на ароматы тех
ингредиентов или тех фруктов, которые заявлены на этих флакончиках. Очень-очень приятные. Кстати, арбуз и дыня тоже есть у них линейка. И там действительно пахнет и арбузом, и дыней. Классно, мне очень нравится. Так, еще вот такой гель для душа. Это Faberlic. Изысканная орхидея. В общем, эти гели для душа, что-то я уже не помню, когда их запускала компания. Их можно было приобрести по какой-то акции. Честно, я не поняла, как он у меня оказался. Я его тоже брала по какой-то распродаже, совсем за 59 рублей, наверное. Объем здесь 200 миллилитров. Вот такая здесь информация. Мне он, если честно, по аромату не очень нравится, потому что аромат орхидеи я не очень люблю, но, наверное, я его использую сама, либо, может быть, кто-то из клиентов захочет его приобрести. Вот. Ну и, девчонки, еще один гель для душа. Это уже от компании Фрешер, Жардан Дюмонт. Гватемальский орех макадами. Очень мне нравится этот аромат. Очень я его люблю. Он такой теплый, он такой обволакивающий, он нежный, он согревающий. Он невероятной красоты для меня, по крайней мере, потому что я слышала, что многим он совершенно не нравится и имеет совершенно противоположные эмоции, вызывает. Мне он очень нравится, обожаю гель для душа. Недавно вот оформляла заказ на сайте Ifrashe и, конечно же, заказала этот гель для душа. Жалко, что, конечно, цены на них невероятно какие-то заоблачные. Раньше стоили 99 рублей, но сейчас в разы дороже. Так что люблю, но, наверное, больше приобретать не буду. Буду его беречь. Это, конечно, лишь для меня. Вот, девчонки, вот такие у меня запасики гели для душа. Ну вот на 17 минут наговорила. Пишите ваши комментарии, что нравится вам, чем вы пользовались, нравится ли вам такая рубрика. Конечно же, хочу еще отснять все-все-все мои запасы, потому что это лишь малая часть. И у меня много запасов парфюмерии, и мужской, и женской. И всем спасибо за просмотр. Всем пока!